Астропогода на 30 июня, пятницу. День будет противоречивым, нестабильным. Возможно, как и позитивное, так и негативное влияние Луны на нас. Сегодня, конечно, лучше договариваться, достигать компромисса. Каждый будет готов отстаивать свое собственное мнение и вообще действовать, ориентируясь исключительно из своих интересов. Энергетический потенциал пятницы будет очень высок, поэтому конфликты могут возникать на ровном месте. Важно очень контролировать свои эмоции в течение дня и, конечно же, не срываться на тех, кто рядом. Не стоит сегодня выяснять отношения, пытаться кому-то что-то доказать. Это будет бесполезно. И часто причиной ссор могут быть какие-то ваши нереализованные желания. Около 18 часов вечера мы можем уже почувствовать облегчение. Луна покинет знак Скорпиона, конфликтный знак, и войдет знак Стрельца. И, конечно, это поможет нам взглянуть на вещи чуть позитивнее, проще, придаст бодрости, жизнерадости. Мы начнем видеть ситуации или проблемы, которые совсем недавно, казалось, пугают нас. Но уже мы их увидим в более светлых тонах, что поможет нам мыслить более верным образом. Трин с Нептуном порадует сильной интуицией, эмпатией, умением погрузиться с головой в какую-то важную тему, копнуть очень глубоко и увидеть этот корень проблемы. Появится возможность более чутко разбираться в людях, без слов, понимать этих людей, догадываться о чем-то важном, интуиция будет на высоте. Ну и, конечно, вы можете достаточно точно определить тех, кто мешает, а кто способствует и помогает вам и вашему развитию. Также Нептун, как всегда, может склонять к пассивности, лени, мечтательности, идеализму, надевать на кого-то розовые очки. Не захочется думать о чем-то серьезном. Сложно будет вообще сконцентрироваться на чем-либо. И работа будет ладиться, идти вперед только у тех, кто занят в творческих профессиях. Мы станем более сентиментальными, появится тяга к мистике, психологии, музыке, эзотерике или же к чужим секретам. Но будут, конечно же, уместны любые разумные формы релакса. Это и как раз и поможет сбросить вам эмоциональное и физическое напряжение и отвлечься от конфликтов. Можно слушать музыку, заниматься йогой, медитацией, организовать выезд за город и побыть среди дикой природы. Также в это время хорошо общаться с интересными людьми, обмениваться опытом, расширять свой кругозор, и день будет располагать к общению с иностранцами, людьми, которые находятся за границей или далеко от вас на расстоянии. Во второй половине дня гармоничная связь с Плутоном одарит предприимчивостью, огромной мощью, силой воли и духа. И вот в это время уже во второй половине дня лень, нерешительность, неуверенность в себе могут сыграть с вами злую шутку, поэтому будьте внимательны. Вы можете упустить какие-то прекрасные шансы и прекрасные возможности, которые планеты будут вам подкидывать. Кроме того, гармоничное воздействие планет позволяет оказывать влияние на массы людей, направлять этих людей, их ментальную, физическую активность в то русло, которое выгодно вам и нужно вам. Важно также в этот день не забывать о физической активности. Если вы давно хотели заняться спортом или избавиться от каких-то вредных привычек навсегда, то лучшего времени вам не найти. И самое время начать действовать. Если будет совсем плохо, то ищите поддержку у более сильных по духу людей, то это тоже понравится Плутону. Меркурий будет находиться в гармоничном аспекте с Сатурном и поможет сосредоточиться, сохранить реалистичный взгляд на вещи, более четко, ясно формулировать ваши идеи, ваши мысли. И прежние какие-то ваши планы, они вот теперь могут обрести ясность и логику. Можно решать важные для вас вопросы, обращаться с просьбами к начальству, к каким-то влиятельным людям, к властям. И это прекрасное время для строительства, для ремонтов, для научно-исследовательской работы или для преподавания.
Что касается денег в этот день, то в денежных вопросах рекомендуется проявлять, наоборот, осмотрительность, экономность, сдержанность. Старайтесь не совершать никакие необдуманные траты. Здоровье и спорт. Сегодня допустимы любые программы, которые вам нравятся. Только не заставляйте себя через силу тренироваться. И также помните, что в питании сегодня желательно отказаться от любых излишеств и вредных привычек. Могут появиться отеки у кого-то, поэтому меньше употребляйте в пищу соленого. Ну и рекомендации на пятницу. В течение дня вы можете ощущать внутреннюю гармонию. То внутреннюю гармонию, то эмоциональный энергетический подъем, то наоборот спад, такие горки. И если вы чувствуете, что вы уже без сил, что у вас внимание, больше вы не можете сосредоточиться, то, конечно же, старайтесь прилечь ненадолго, отдохнуть или же прогуляйтесь на свежем воздухе. Позвольте себе немного расслабиться, никуда не торопиться. И можете запланировать вот на этот день косметические процедуры, например, уход для волос, или просто оставьте время на то, чтобы полежать в ванне с солью и пеной. Ну а также будет полезно уединиться, побыть в тишине, у воды, у огня, послушать музыку, посмотреть фильм и помедитировать. Совет вам на день. Обращайте внимание на сигналы вашего тела и на телесные сигналы и настроение вашего собеседника. Вот в этот день вы сможете лучше понять друг друга, подружиться с кем-то, возможно, раскрыть чей-то секрет. И, конечно, будьте бдительны в отношении своего окружения. Так вы сможете выявить энергетических вампиров или же токсичных людей, которые скрытно желают вам зла. Не рекомендуется сегодня переохлаждаться. Например, если вы попали под дождь, то обязательно старайтесь как можно быстрее поменять мокрую одежду и не сидеть на холодной земле или камнях. И, конечно же, не зацикливайтесь на негативе. Риски этого дня – это перепады настроения, недоверие, подозрительность, агрессивность, вспыльчивость, тревожность. Необоснованная ревность тоже будет сопровождать вас в пятницу. Страхи, необъяснимые реакции и грубые импульсивные реакции – это обидчивость, ревность, раздувание из мухи слова – все это будет в пятницу. Повышенная нервозность, появляется желание выплеснуть на кого-то наболевшее – и усиливается жажда власти. Могут скрыться проблемные качества людей, поэтому наблюдайте за людьми. И повышается аварийность. Могут быть несчастные случаи в результате аварии, взрыва, природных катаклизмов. Тоже будьте внимательны. И также избегайте простудных заболеваний. Желаю вам хорошего дня, хорошей пятницы, отличного настроения и много ярких, красочных эмоций. Пусть сегодня произойдет что-то приятное и важное для вас, что непременно внесет вклад в ваше развитие.